Приветствую, дорогие зрители, на моем канале представляю следующую мою работу, собирающуюся на карнавал. Эта картина написана на полотне 80 на 80, как всегда, масляными красками, мастихином, кисточкой и пальцами. Вот особенно спина, я всегда тело, я работаю пальцами так, чтобы тональность постепенно переходила, тени те, свет, и тогда тело очень подобно до настоящего. Картина получилась интересной, энергетической. Красный цвет, который, к сожалению, на мониторе так не смотрится, очень удачный, такой оптимистический, такой радостный, значит, женщина, собирающаяся на карнавал. Картина очень хорошая, нравится мне. Ну, будет подходить, опять же, к большому салону, к такой большой комнате. Можно ее в рамки поставить, а можно без рамки тоже, нема проблема. Ну, а сейчас я хочу поговорить, давайте, опять же, о жизни. Какой должна быть у нас жизнь? Это, например, я говорю прежде всего для себя. Какой жизнь должна быть у меня? Конечно, интересное, чтобы я все время имела чувство такое, что я собираюсь куда-то, что я что-то делаю, ну и делала, как на этот карнавал. Завтра я собираюсь ехать во Францию, в Нимес, потом в Ницею, ну, повезу некоторые иконы, картины, плюс там из бижутерии фирмы моего сына Аранда с кристаллами Сваровского. Посмотрим. Франция мне очень понравилась. Там воздух, это атмосфера. Может быть, удастся еще больше реализоваться там, показать себя. Не без этого заработать какой-то грош, который мне так необходим, как и всем необходим. Я слухом тебе, кохание, я Тараза Йента, Барза, ежели вы. Ну и продолжаем дальше о авантюрном, авантюристическом отношении к жизни. То, что подивлять, восхищаться жизнью – это одно, но мы еще должны провоцировать себя на эту жизнь. Все время себя, как говорится, подстегивать к чему-то необычному, делать для себя карнавал в жизни. Ну вот даже сейчас мне бы уже не хотелось так сильно выезжать далеко. Немножко я так обросла и телом, и различными возможностями, и было бы уютно сидеть на месте. Но все равно душа зовет меня куда-то, душа хочет, наверное, познать новые впечатления, и я иду. Хотя не так-то просто, буду ехать 27 часов, по-моему, так, 27 часов до Нима. Попробую там делать фильмики. Сейчас я уже имею аккаунт на Инстаграме, Людмила Цыганкова, фал на конце. Так что буду делать фото различных красивых объектов, природы. Так что будем дальше. Ну и фильмики, конечно, на YouTube постараюсь выставлять. Будем дальше контактировать друг с другом. Может быть, когда-то я достучусь до ваших сердец. Может быть, будем дискутировать, как-то общаться. Приглашаю. И желаю вам всего, всего самого хорошего. И, конечно, стимулируйте. Стимулируйте себя, стимулируйте свою душу, свое сердце к необычным, к интересным моментам в жизни. Всего хорошего. До свидания.